Рад видеть вас на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Zanussi ZWH-S50 Splendor Dry. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH-S50 Splendor Dry – это модель экономного компактного бойлера, благодаря которому вы всегда будете обеспечены запасом горячей воды. Дизайн водонагревателя позволяет гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера, а возможность универсальной установки и плоский корпус позволит быстро найти место для монтажа. Прямоугольный бак изнутри покрыт нержавеющей сталью, а вода к нему подводится снизу. Резервуар дополнительно защищен от пагубного влияния коррозии, заменяемым магниевым анодом. В основе работоспособности прибора система из двух сухих тенов, которые располагаются в специальных металлических кожухах, что значительно продлевает их срок службы. Простое и понятное механическое управление, с которым справится каждый пользователь. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите предохранительный клапан, крепеж и документацию, упаковка картон. Панель управления бойлером объединяет под крылом ручку регулировки температуры воды, индикаторы включения и нагрева. Нагревательные элементы устройства выдают максимальную мощность 2 кВт. На подготовку полного бака горячей воды бойлер затрачивает чуть меньше 2 часов чистого времени – 114 минут. Это делает его подходящим для использования в семье из 2-3 человек. Режим ускоренного нагрева позволяет довести жидкость до комфортной для использования температуры в кратчайший срок. Аппарат требует наличия давления воды на входе от 0,8 до 6,5 атмосфер. За безопасность использования настенного водонагревателя отвечают опции защиты от перегрева и от включения с пустым баком, ограничения температуры, обратный клапан. Преимущества. Регулировка температуры от 30 до 75 градусов. Две ступени мощности нагрева воды. Индикатор включения, индикатор нагрева воды. Компактные размеры и эстетичный дизайн. Высокая экономичность в энергопотреблении. Система сухих тенов обеспечивает максимально продолжительный срок службы нагревательных элементов. Внутренний бак, изготовленный из высококачественной стали, отличается надежностью. Максимально стабильное поддержание температуры нагретой воды. Внутренняя теплоизоляция из пенополиуретана. На борту модели применяется система защиты от избыточного давления, включения на сухую и перегрева. Универсальный монтаж. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Часто встречается брак. Но есть и позитивные отзывы. Комфортное использование. Сухой тен. Занимает немного места. Температура удерживается достаточно долго. Внутренний бак надежный. Комплексная защита. Просто в эксплуатации ничего лишнего. На семью из 3 человек достаточно для принятия душа. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!